начала года в Сочи выявили порядка 240 объектов с нарушениями в работе систем водопроводно-канализационного хозяйства. Информация о них передана в органы прокурорского надзора, Роспотребнадзор, а также в районные отделы полиции. Как отмечают в мэрии, сейчас число нарушений по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года почти на треть меньше. В соответствии с распоряжением главы города Сочи на территории центрального района создана рабочая группа по мониторингу негативного воздействия на окружающую среду. В соответствии с данной рабочей группой администрация центрального района на постоянной основе совместно с Водостоком, с Водоканалом и с Роспотребнадзором каждую неделю проводит выездные мероприятия на обследование рек, пляжей, на сброс именно канализационных стоков. В этот раз осмотр набережной реки Сочи начали с морского порта и завершили неподалеку от РЦ «Моремол». Эксперты разъясняют, если вы видите зеленый налет на камнях или воду, на поверхности которой образовалась тина водоросли, это не повод для паники. Такое явление называется цветение воды. Оно происходит из-за повышения температуры и маловодья. Помимо этого, жителей города беспокоит образование пены на поверхности воды. Она также формируется за счет мелководья и не несет никакой опасности для окружающей среды. А вот если вы обнаружили неприятный запах, мутный цвет воды из стока и характерный налет на камнях, это повод обратиться в специализированные органы. Ведь утечка несет опасность не только для природы, но и здоровья граждан. Особенности рельефа города Сочи такие, что все сточные воды рано или поздно попадают в водный объект, стекают в реки, в дальнейшем попадание в Черное море. Все это негативно сказывается и на окружающую среду, и поступают многочисленные обращения граждан о принятии мер. Увидев утечку, горожане могут обратиться в Водосток и Водоканал. Принимаются заявки ежедневно, и выезды осуществляются как планово, так и по заявкам населения. Специальная комиссия, прибывая на место, фиксирует факт нарушения в акте обследования. В нем указывается дата, адрес и описывается обнаруженная проблема. Также обязательно фотографируют место слива. Это необходимо, чтобы при дальнейших работах структуры могли подтвердить неоспоримость факта нарушения. Далее водоканал выдает предписание собственникам данной сети на устранение нарушений. В случае, если собственник не исполняет данное предписание, его отключат от водоснабжения. В то время как Роспотребнадзор проверяет в специальных лабораториях воду на уровень загрязнения. В этот раз нарушений не обнаружено. Ну а в целом, с начала года в Сочи выездные комиссии обследовали свыше 1200 объектов. А специалисты муниципального предприятия «Водосток» на постоянной основе проводят работу по устранению заглушек на оголовке труб, из которых сбрасывают хозяйственно-бытовых сточных вод в ливневые сети. На сегодняшний день установлено таких 310 заглушек. Также демонтируются незаконно выведенные трубы. Юлия Жукова, Никита Сусло. Время новостей.